Получается, мы все наши вот эти, получается, шея, руки, плечи, все сделали. Теперь очень хорошо бы сделать самую обычную небольшую растяжку. Можете делать ноги широко, можете делать ноги близко. И просто начинайте наклоняться, да? И можно вот так передохнуть. Просто руки, спину расслабили. Вот. То же самое можно делать, это упражнение, которое мы начинаем, да, тянуть вот это вот с дыханием, чтобы было комфортно, то есть ноги на ширине плеч, руки, вдох, задержка дыхания, немножко можно даже наклонить, и выдох, 6 раз. И последний раз. Не забываем восстанавливать дыхание. Вдох. Выдох. Получается жарко. Вроде бы как обещали. 16 градусов с утра. Я думала, я замерзну. Одела теплую кофту. А мне жарко. Довольно-таки на солнышке безветренно. Так, я беру сюда. Чтобы это было эстетично. Так, и что теперь у нас осталось? Мы размяли это все тело. Здесь еще из этой серии мне очень нравится упражнение, когда мы вдыхаем, опускаемся, тело расслабляем при этом. То есть, получается, вдохнули, выдохнули. Тело расслаблено, спина расслаблена. Теперь взяли как бы на вдохе мяч золотистый, перламутровый, красивый, желтый. Вдохнули. На задержке запрокидываем назад этот мяч. И на выдохе тоже делаем 6 раз. Значит, так, вдох. Оса летает у меня между ног и чего-то хочет оса. Да? Угу. Вот.
Из этой же серии вы можете добавлять любые упражнения, которые вас беспокоят. Если это поясница, делайте для поясницы. Если это у вас шея, делайте дополнительно что-то до шеи. Можете крутить обруч, можете делать приседания. Но самое главное, с утра вот в течение нескольких минут вы размяли самые обычные наши главные суставы. Все остальное это уже будет как бы зарядка. Это была разминка. Спасибо.